В Петербурге сегодня обезвреживали условных террористов. На территории Южной ТЭЦ прошли масштабные учения спецназа ФСБ. По легенде, злоумышленники захватили пульт управления энергоблоком и взяли в заложники сотрудников дежурной смены. В штабе ситуацию оценили как исключительно серьезную и приняли решение идти на штурм. Спецоперация под названием «Молния» развивалась стремительно. К станции подъехало несколько полицейских автобусов. Уже через несколько минут сотрудники оказались в здании и ликвидировали условных террористов. В ходе штурма, проведенного подразделением специального назначения, условные заложники были освобождены, условные террористы нейтрализованы. По итогам учений был сделан вывод об эффективности взаимодействия всех правоохранительных служб региона при отражении теракта на объекте топливно-энергетического комплекса. Работу самой станции на время учений не останавливали. ТЭЦ, которая обеспечивает энергией сразу три района северной столицы, во время штурма работала в штатном режиме.